Внесены уточнения пенсионным фондом об оплате льготного проезда пенсионерам. Как на самом деле обстоят дела? Ни один из заявившихся участников на конкурс грантов для предпринимателей не прошел отбор. Что теперь делать тем, кто хочет открыть свое дело при поддержке окружной власти? Ведущей коммунальной организации Ненецкого округа по КТС исполняется 35. Об особенностях работы рассказали сотрудники отрасли. Ненецкое профессиональное училище отметило 60-летний юбилей. Как готовить профессионалов своего дела несколько десятков лет. Российской службе огнеборцев 370. Те, кто ежедневно рискует своей жизнью ради других, сегодня поздравили представители власти. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Во вчерашнем выпуске нашей программы мы ошибочно дали информацию о том, что отделение пенсионного фонда оплачивает раз в два года льготный проезд пенсионерам до границы Российской Федерации. Как уточнили в пенсионном фонде, в соответствии с федеральным законодательством и установленными правилами, к оплате принимаются проездные документы только у тех пенсионеров, кто путешествовал по России. Проезд оплачивается в плацкартном вагоне поезда, эконом-классом в самолете, внутренним водным транспортом в каюте третьей категории, морским в каюте четвертой и пятой групп, а также автобусом по маршрутам регулярных перевозок в междугороднем сообщении. Отделение продолжает прием заявлений на компенсацию льготного проезда неработающим пенсионерам, отдыхающим на территории Российской Федерации. Пенсионер должен быть неработающим на момент поездки, отдыха и написания заявления. Особое внимание хочется уделить, что отдых должен осуществляться на территории Российской Федерации. Для оплаты льготного проезда к месту отдыха в пределах страны гражданин вместе с заявлением предоставляет паспорт и проездные документы. Еще раз напомню, что отделение пенсионного фонда оплачивает льготную дорогу пенсионерам, если те отдыхали и путешествовали по Российской Федерации. Как же быть тем, кто местом отдыха выбрал заграничный курорт? Могут ли они рассчитывать на компенсацию проезда до границы Российской Федерации? Как выяснилось, только если на то есть решение суда. Прецедент имел место быть буквально в конце апреля. Наринмарским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску заместителя прокурора Ненецкого округа в защиту прав и законных интересов жительницы округа о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Суд удовлетворил иск прокуратуры, о чем сообщил 25 апреля на официальном сайте. Пенсионерки, отдыхавшие в Японии по решению суда, должны возместить расходы на проезд по территории Российской Федерации до границы, пока решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке. К другим темам. Внеочередной конкурс грантов для предпринимателей планируется провести в июне этого года. Об этом в интервью нашей съемочной группе рассказала руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяна Логвиненко. Напомню, по итогам минувшего конкурса грантов ни один из заявителей не получил финансовой поддержки. Всего на конкурс поступило 12 заявок от предпринимателей, 4 из которых были отклонены еще на этапе проверки документов из-за имеющейся налоговой задолженности. Остальные 8 участников не набрали необходимого минимального допустимого количества баллов, что говорит о низком качестве проработки бизнес-планов. Я хочу сказать, что идеи были очень неплохие, бизнес-идеи, поэтому со всеми практически я встречалась. И мы планируем, что, наверное, мы этот конкурс возобновим где-нибудь до лета, чтобы успеть по навигации привести и организовать этот бизнес. Но сейчас мы вводим новую систему акселерации проектов, когда будет вот подали заявку, после заявки эти проекты дорабатываются с экспертами, с тренерами и с тем, чтобы уже не просто сама по себе заявка набрала баллы, ну, допустим, а предприниматель понимал, что он именно этот бизнес хочет и понимал все риски, которые влекут за собой создание того или иного предпринимательского дела. По словам руководителя окружного профильного департамента, в первую очередь для нашего региона актуальны проекты по производству и оказанию услуг. Ну, по большому счету, конечно, ниш много, и, наверное, в приоритете будут те услуги, которые мы сейчас из бюджета хотим передавать на аутсорсинг, с тем, чтобы у нас вырастала предпринимательская группа, которая может взять и помочь, например, бюджетным учреждениям, чтобы они занимались только непосредственно своим, так сказать, делом учить, лечить, а вот все, допустим, несвойственные этому профилю должны быть переданы предпринимательскому сообществу. У нас активно идет сейчас клининговые операции, считаю, что и транспортные услуги, и прочее. Это все возможно. Юридические услуги, бухгалтерские услуги. Напомню, предприниматели, чьи проекты в этот раз не получили финансовой поддержки, могут заявиться на конкурс грантов еще раз, доработав свою бизнес-идею. Он запланирован на июнь этого года.
Объявлен конкурс на разработку проекта рекультивации городской свалки. Начальная максимальная цена контракта составляет более 10,5 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 23 мая. Согласно условиям контракта, подрядчику необходимо провести инженерные изыскания, подготовить проектную рабочую документацию, а также пройти государственные экспертизы. Результаты инженерных изысканий позволят включить полигон в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Проектом необходимо предусмотреть рекультивацию свалочного тела полигона, сбор, очистку и предотвращение образования сточных вод и свалочного газа. При наличии проекта округ сможет рекультивировать свалку при финансовой поддержке из федерального бюджета. Как отметил начальник управления природных ресурсов округа Сергей Чибисов, после рекультивации на месте полигона должна появиться функциональная зона природного ландшафта. Напомню, сфера обращения с твердыми коммунальными отходами находится на стадии реформирования во всей стране. На новую систему обращения с отходами Ненецкий округ должен перейти с января 2020 года. Главные по ЖКХ. По КТС готовится отметить очередной юбилей. Ведущей коммунальной организации Ненецкого округа исполняется 35. На предприятии сегодня работают более 300 человек. Они ежедневно обеспечивают социальные объекты и жилые дома теплом и чистой питьевой водой. В последнее время ПОК, как его еще называют в народе, испытывает серьезные экономические проблемы. Причина – многомиллионные долги управляющих компаний. Впрочем, минувший год выдался вполне удачным. Об особенностях работы главного коммунального предприятия расскажет Олег Хатанзейский. На носу юбилей, но сотрудникам ведомственной лаборатории не до праздника. Проводят очередной анализ. Воду, то есть канализационные стоки, исследуют как на входе в централизованные сооружения, так и на выходе. Процедура ежедневная и крайне важная. Требования, говорят специалисты, предъявляются жесткие. Это и неудивительно. Любопытный факт. Вода после многократной фильтрации, которую затем сливают в Печору, чище речной. Мы стараемся, работаем, стараемся. Ну, работа интересная, потому что мы же проверяем очистку нашу работу мы же проверяем, очистку сточных вод и вообще все, которое выходит в реку Печору. Поэтому нет, работа интересная, нам нравится. Бывает, конечно, вообще загруженность большая, потому что бывает очень много проб, но нравится, любим свою работу. Процесс фильтрации сточных вод начинается здесь, в этом помещении. Нечистоты пропускают через специальные решетки, на которых оседает крупный мусор. То, что люди порой выбрасывают в канализацию. Система автоматизированная, ручной работы минимум. Что интересного приходилось находить здесь? Самое интересное – это $50. Жалко, что их было мало. Ботинки детские, ботинки детские, да. Ну и такие вещи, которые, в общем-то, даже не знаешь, как и назвать. На центральных сооружениях и на Ермолино с 81 года, то есть с самого основания, о сложном процессе очистки канализационных вод знает все и даже больше. Еще бы, работает почти 40 лет. Признается, существующий комплекс фильтрации, по сути, живой организм. Это вот первичный отстойник. Сначала первичные стоки тут оседают, отстаиваются, а потом идет на комплекс биологической очистки, который, ну, довольно современный. Он называется, если правильно сказать, нитроденитрификация, то есть если перевести, то это... чередуются бескислородная и кислородная зона. И вот когда сточные воды проходят поочередно этот этап, микроорганизмы, которые там вырабатываются, они вот производят эту очистку. На последнем финальном этапе вода отстаивается. Так она выглядит после очистки, прозрачная и совершенно без запаха. Через несколько часов содержимое огромной емкости окажется в Печоре. Вот она, так называемая сбросная линия. Именно через эту трубу в Печору сливают уже очищенную воду. Объемы сейчас колоссальные. Всему виной обильное таяние снега. Через канал в сутки проходит до 4000 кубических метров воды. Сегодня по КТС это не только очистные сооружения, но и котельные и сотни километров теплосетей, целый комплекс объектов и более 300 сотрудников, которые работают для нас, жителей Нарьян-Мара. Важный показатель. За минувший год удалось значительно снизить количество инцидентов и аварий, что напрямую влияет на жизнь всего города. Те, кто ежедневно на посту в любую погоду, сегодня торжественно отметили и наградили. Рабочий класс – гордость предприятия. Завтра по КТС исполнится 35. Директор по КТС Наталья Бетхер признается, предприятие постепенно выбирается из долговой ямы. Только в прошлом году удалось выплатить порядка 80 миллионов. Если сравнить там 5-7 лет назад, то прошлый год он прошел более стабильным. Предприятие стабилизируется, финансовое положение налаживается. Мы работаем, мы стараемся, мы экономим, мы гасим долги. Все у нас хорошо. В планах погашать долги и дальше. Сумма значительная, порядка 100 миллионов рублей. Впрочем, на предприятии уверены, финансовые проблемы в скором времени и вовсе уйдут в прошлое. Олег Атанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север».
Хмельницкое профессиональное училище отметило 60-летний юбилей. 28 апреля 1959 года на базе Окорисполкома было образовано ПТУ. С этой даты началась история училища. Кузница кадров выпустила более 19 тысяч мастеров своего дела. Маргарита Солоницына проработала в Ненецком профессиональном училище 35 лет. Мастером-преподавателем строительных дисциплин. Готовила юных маляров, штукатуров, плиточников. Мы своими руками делали мастерские сами с учащимися. Сами работали на стройке вместе с ними. Они как-то вот интересно, когда вот приходишь на работу, когда одни голые стены, это уже неинтересно. А когда они видели плод своего труда, все покрашенное, оштукатуренное, все красивое. Новосел, значит, очень рады тому, что все красиво, все прекрасно. Маргарита Солоницына, как и другие работники, ветераны профтехучилища. На торжественном вечере за свой многолетний и добросовестный труд получила заслуженную награду. В муниципальных предприятиях работают порядка 700 работников. И если посмотреть и инженерно-технический состав, а особенно мастера и рабочих, то этому процентов, ну, больше половины это точно, это выпускники профессионального училища. И я хочу вам, ветераны, вам, мастера, истинно, искренне поблагодарить вас за то, что вы отдавали и отдаете им свои души, свои сердца. Решение организовать профессиональное техническое училище с двухгодичным обучением на базе стройуправления было принято Окорисполкомом 28 апреля 1959 года. 75 юных студентов поступили на профессии плотников, каменщиков и штукатуров-маляров. За годы существования училища подготовило около 15 тысяч квалифицированных рабочих. Многие из них стали прекрасными специалистами и добились больших успехов в профессиональной деятельности. Сегодня Ненецкое профессиональное училище ведет активную работу по изучению потребностей на рынке труда региона, оперативно реагируя на нужды округа и рабочих профессиях. Сегодня НПУ готовит профессионалов своего дела, а они, в свою очередь, показывают свое мастерство на международных конкурсах, таких как WorldSkills Russia. Хочу пожелать, чтобы профессиональное образование, которое у нас есть в округе, было поднято на такую величину, на такую высоту, чтобы мы действительно готовили ребят, чтобы они приходили на предприятие, вставали к станку и на уровне профессионалов, рабочих, специалистов могли доказать, что они уже с первых дней своей работы могут многое делать. Добавлю, училище славится не только своими мастерами, но и ансамблем «Юность Севера», который 40 лет назад образовался в стенах ПТУ. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Сегодня в России отмечают 370-ю годовщину со дня образования пожарной охраны. История противопожарной службы в нашей стране началась в 1649 году с царского наказа о градском благочинии. Современная государственная противопожарная служба в составе МЧС России – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. Сегодня в актовом зале КДЦ чествовали ненецких огнеборцев. В пожарных подразделениях Ненецкого округа проходит службу 132 человека, на вооружении которых находится 31 единица, в том числе и самой современной техники. Мы расширяли свою учебную базу, построили огневой тренажер. В этом году мы планируем проводить учебно-методические сборы для подготовки инструкторов. Я надеюсь, что где-то к концу осени мы выйдем на проведение занятий с газодомозащитниками в огневом тренажере. Я думаю, что это позволит нам значительно повысить боеготовность нашей службы. Юбилей не только повод для праздника, но и определенный рубеж, чтобы подвести итоги. Сегодня в зале среди тех, кого чествуют на сцене, пожарные, отдавшие не одно десятилетие службы. На их глазах пожарная охрана росла и крепла. Но очень много было перемен. Начинали мы с плохой техники, плохого бронирования. И вот с новшествами и вот с новыми временами техника улучшается, боевки улучшаются. То есть очень много стало оборудования очень хорошего, что помогает для тушения и спасения. Традиционно во время торжественных мероприятий, которые проходят во всех подразделениях, чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды, поздравляют и напутствуют. Еще, наверное, вам предстоит одну задачу выполнить, я вас попрошу. Где-то рядом с вами сейчас находятся ребята, которым предстоит, и девчата,
отмечать 400-летие пожарной охраны. Вы их, пожалуйста, найдите, передайте им свой опыт и знания, чтобы они также стали продолжателями традиции пожарной охраны. С праздником! Каждый год огнеборцы тушат в среднем 150 тысяч пожаров, спасая при этом сотни тысяч людей. Сегодня пожарная охрана России насчитывает почти 470 тысяч человек. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». 1 мая в столице округа состоится празднование Дня весны и труда, пройдет традиционное массовое шествие и митинг-концерт. Первомайское шествие начнется на улице Смедовича, район дома номер 11. Сбор трудовых коллективов и формирование колонн будет проходить с 10 до 10.30. Как отмечают организаторы, для каждого коллектива в местах формирования колонн будут установлены таблички. Во время первомайской демонстрации пройдет конкурс на лучшее оформление колонны среди предприятий и организаций. Конкурс проводится под девизом «Труду весне и доброте дорогу». Основными критериями отбора победителя конкурса будет тематическая выдержанность оформления, яркость, художественное и звуковое сопровождение, оригинальность и организованность колонны. С 10 до 11 часов для прохождения праздничных колонн движение автомобилей будет запрещено по улицам Смедовича и Ненецкая. С 10 до 14 часов запрет будет действовать на улице Воучейского от улицы Тыковылка до перекрестка с улицы Ленина. Также будут скорректированы и автобусные маршруты Наринмарского АТП. Традиционно вместо улицы Воучейского они будут проходить по параллельной улице Первомайская с заходом к площади Ленина. Изменение маршрута предусмотрено с 10 до 14 часов. В Ненецком округе подвели итоги второго чемпионата «Обилимпикс». Во втором региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие 67 человек. Их работу оценивал 51 эксперт. Состязания проходили по 10 номинациям на 4 основных площадках – в средней школе номер 4, Ненецком аграрно-экономическом техникуме, Ненецком профессиональном училище и Ненецком региональном центре развития образования. Соревнования «Обилимпикс» в Ненецком округе проходят во второй раз. Традиционное участие в них принимают люди с ограниченными возможностями здоровья из числа школьников, студентов и взрослых до 65 лет. Три дня они состязались в умениях и навыках. Хочу также, конечно, поблагодарить вас, дорогие участники, за ваш проявленный ум, мастерство и пожелать вам, как и прежним, новых побед, свершений и, конечно, не останавливаться на достигнутом. Один из участников конкурса, Виталий Хабаров, выбрал компетенцию обработка текста. Говорит, что полученный навык очень пригодится в работе. Для тех людей с ограниченными возможностями здоровья, кто еще, скажем так, не профориентирован, да, для них это действительно важно, потому что, во-первых, ты полноценно социализируешься, чувствуешь себя действительно как бы компетентным профессионалом, то есть вот такой тренажер, попробовать себя в тех направлениях, в которых ты считаешь себя профессионалом, то есть компетентным, и показать не только для себя свои умения, но и другим, вот это, мне кажется, основная роль в «Обилимпиксе». Вязание крючком, флористика, резьба по дереву – в каждой из 10 компетенций жюри определило лучших. Так, в номинации «Изобразительное искусство» золото досталось 9-класснику Семену Карманову. Раньше учился в художественной школе, закончил ее почти с отличием. То есть трудностей для тебя не возникло тогда? Возникло, так как соперники были очень сильные. Семиклассник Иван Литков признан лучшим в компетенции актерское мастерство. На конкурс он подготовил стихотворение Василия Литкова. Ты еще не видел чуда? В нашей тундре не был. Видишь, сопки, словно чумы, подпирают небо. А по небу к океану, подчиняясь урагану, мчатся тучи тени. Я выступал в стихах ненецких поэтов. Боялся выступить. Ну а при... все выучил. У меня учитель был. Мы в классе все повторяли. И вот я в первый раз на сцене выступил. Помимо самих соревнований, в рамках «Обилимпикса» были проведены профориентационные мероприятия, знакомительные экскурсии, мастер-классы. В рамках чемпионата мы провели круглый стол по проблеме трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. И мы провели несколько мастер-классов, в которых могли принять участие обучающиеся школ, студенты наших профессиональных образовательных организаций. И мастер-классы проводятся для того, чтобы привлечь наших выпускников наших школ на ту или иную специальность в нашей профессиональной образовательной организации.
По итогам соревновательных испытаний победители регионального этапа «Обилимпикс» примут участие во всероссийских состязаниях чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья осенью 2019 года. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.